Всем привет, друзья! Мы продолжаем с вами проходить игру Mother in Abyss, или как переводят, созданный в бездне. В общем, как вы помните, закончили мы в совершенно другой локации, но почему-то у меня сохранка слетела, так скажем, и мне пришлось минут 15 перепройти все. Чтобы вы понимали, что я перепроходил, я там диалог промотал, там, где Рика и Шиги и на там общались. Вот, закупился в магазине Лафи едой и все. Вот, поэтому мы сейчас, собственно говоря, это все проматываем и начинаем. Заставочку, как всегда, смотрим красивую. Вот такая вот заставочка. Вот, в общем, в прошлой серии мы, так скажем, нашли письмо, нам письмо, принесли от Лайзы, типа от мамы Рика, что нас якобы ждут на дне подземного мира, и тут же Рика решила, так сказать, согласиться и пойти. Так, что я по первому слою? Так, хорошо. Первый слой бездны. Так, мы уже не сами, мы уже с Регом. Так, а как оружие? Кирку дай. Так, Рег, погоди. А, у нас немного перевес рюкзака. У нас перевес рюкзака. Что мы можем выкинуть? Так, у нас удочка и солнечная сфера. 200 грамм. Я думаю, мы вот это можем выкинуть, да? Так, как мне? В бездну уже не играл много. Hey, Rico, are you ready to go? Да, да, сейчас пойдем, Рэг, погоди. Куда? Все. Так, а зачем ты это съела? Ладно. Все. Пошли. Так, белочка. Вот, я не буду собирать вот это мясо, что белочки. У него уже какая-то птица. Рэг, ты можешь, кстати... Так, все, поехали. Вот, Рэд, ты не отставай. Ты моя защита, чтоб... Так, белочка, белочку не трогаем. Hey, Rico, are you ready to go? Of course I'm ready. I'm on. Так, собираем плоды, весь лут. Я не пойму, почему у меня так много... Hey, Rico,
не нужно. Повыкидываю это мясо нафиг, оно не надо. Фига себе, Река замочила эту птицу. Так, а нам куда, собственно говоря? А нам, собственно говоря, куда? Нам куда-то вниз? Карта есть? Квесты, карта. Вот, карта. Так, это врата. Путь к большому мосту. Да, нам надо куда-то туда. Вниз. Ну хорошо, я сейчас яблочки подсобираю, Рэк, ты меня уж прости. Белочки. Так, нам сюда. Так, режимы. Приветствие, путешествие с Рэгом. Он может протянуть руку, чтобы спуститься. Так, это мы знаем. Roger. Just leave it to me. Спасибо, Рэк. Спасибо. Вот, в общем, направляемся мы, я так полагаю, сейчас ко второму уровню. Насколько я знаю. Так, погоди, Рэк, да, я уработаю вот эту белочку. И вот эту вот белочку хочу работать. Ай! Как-то не вовремя Рика захотела. Спасибо, Рэк. Да забери ты эту травку. А, так, переместиться. Вот, hey, Рико. Так, путешествие по первому слою хорошо. Путешествие по второму слою. Ага, это значит уже второй уровень беса. Хорошо. Это значит у нас уже второй уровень. Идет. Так, что-то слишком громко, да? А ну-ка, друзья, погодите, я хочу. Так, параметры громкость. Яркость пускай так будет, и громкость. Вот, вот пускай вот так будет громкость, вот меня так устраивает. Так, побежали. В общем, Рика будет искать свою маму. Вот свою мать, так как она увидела письмо от своей мамы якобы, хотя лично я не верю, что это письмо от мамы Лайзы, от мамы Рика. Вот, типа, в письме было «Я жду вас на дне подземного мира». Так, а нам куда? Нам сюда? Первый слой. Не, нам первый слой не нужен. Вот, насколько я смотрел в комментариях, эта игра на 4,5 часа. Так, а что ж такое? Вот,
Счастье Рика поест яблоко. Так, ты думаешь, я тебя не вижу, девочка? Рек, ты кого там уже бьешь? Ты увидел сильно серьезного противника там? Так, мне все же кажется, что звук... Фига Река лупит. Так, яблочко. Давайте мы пособираем яблоки, они все же полезны. И я хочу посмотреть, что у нас по рюкзаку. Что мы можем... Вот как нам увеличить наш рюкзак? Компас красный сосуд. Как нам увеличить объем нашего красного рюкзака? Бинты. Камни, вспомни шар. Удочка, солнечная сфера. Просто у нас серьезный, друзья, перегруз сейчас. И... Я, наверное, выкину это мясо. Так, здесь можно ловить рыбу, используя удочку на жив. Поймать множество различных типов. А, да? Так, разбирая рыбу, вы можете получить материалы. Попробуйте ловить рыбу. В разных местах меняйте положение и наживку. Удочка имеет прочность, которая уменьшается каждой пойманной рыбой. Так, как только прочность упадет до ноль, стержень сломает. Слушайте, давайте попробуем половить рыбу, действительно. Так, ага, у нас есть наживка. Будем сегодня ловить рыбу. Вот туда пустое место идет. Вот, я не понимаю, зачем это мясо вообще. Так, удочка. Давай. Молодец. Так, ну я думаю, рыбы пока что хватит. Так, это у нас чего? Да, Рек, не переживай, мы можем ставить. Рек, тебе помочь? Ну не надо просто багаться, хорошо, хорошо, Рек. Что я, что вот, вот скажи, вот что я без тебя буду делать, когда ты забагаешься, вот скажи. Вот, конечно, друзья, писали, что игра баганое говно, но нет. Во всех играх есть баги.
Так, а мне куда? А мне сюда? Рек, не пропадай. Ага, нам, наверное, туда вниз. Пошлите. Так, сюда мы не можем. Ну, побежали вниз тогда. Да, исследование не удалось. Повторить попытку. Рэг, давай, работай этим. Так. Нам куда вообще? Так, это нам надо, получается, аж сюда, что ли? Ну, получается, да, куда-то сюда нам надо. Вот мы как раз и направляемся в эту область. Так, сломанный шар. Так, ну я думаю, я ничего не буду подбирать, у нас и так много разных всячинок. Так что, я думаю, пока подбирать мы с вами ничего не будем. Рэк, а я думал, ты мне поможешь. Так, а нам, в общем-то, куда? Вот эта локация мне абсолютно неизвестна. Такое чувство, там нам надо туда, где эти белочки. Вот у меня вот такое вот неизвестное чувство, что нам именно сюда надо. Ну, Рэк, не надо. Так, ну, другого выбора нет. Давайте мы аккуратно начнем спускаться. Туда? Как бы. Вот мне, друзья, не нравится, знаете что? То, что Рэк беспрерывно что-то там звездит. И что? Я не понял. Нам куда-то, друзья-то, надо. Во! Идите.
А может нам надо, друзья, сюда? Хотя, стоп, мы здесь были. Молодец, Трэш. Перейдите к расположению. Ничего не понял. Серьезно. Нет, ну я понял, что нам надо куда-то вот сюда. Или нам надо вот сюда спуститься, да? Или куда? Так, а как сохраниться? Можно ли здесь, друзья, сохраниться? Ага, нам надо вот сюда. Вот, нам надо вот сюда. А чтоб сюда нам попасть... Рэк, а я думал, ты мне будешь помогать, типа. Так, я спуститься. Спасибо, Рэк. А я как бы просил не подняться, а как бы спуститься. Все, вроде, друзья, понял, куда нам. Нам надо сюда. Только ей, может, не хочет выносливать? Ну да ладно. Девочки. Есть. Рэк, ты где там? А, ты вот уже. Все, вроде мы, друзья, идем правильно. Вот. Но тяжело это все дело дается, друзья, сейчас я вам скажу. Спасибо, Рэк, я не заметил. Все, побежали. Вот, побежали. Так вот, насколько мне говорили, эта игра очень типа короткая, она на 4,5 часа. Да выкинь ты вот это вот мясо, Рика. Я тебя прошу. Вот так его. Покорми лучше белочек. Всё. Так, а нам куда теперь? Нам надо вниз. Рек, ты изволишь ли ты... Пустить нас вниз. Так, девочки. Всех белочек истребляем, они нам здесь точно не понадобятся.
Так, Рэд, мне надо, чтобы ты меня где-то здесь спустил. Ага, то есть где есть такие вот выступы, можно спускаться без проблем. Понял. Вот, то есть, где есть вот такие вот, типа, коряги, можно без базара с помощью Рега спускаться. Понял. Все, теперь понял. Идите ко мне, белочки. Идите, мои любимые. Не бей меня. Так, давайте мы едим. Ох, нихера, Рег, там... Рэд, мне как бы нужна будет твоя помощь. А сохранение было? Так, кирка, сохранить. Для сохранить свою игру можно использовать почтовые шары. Почтовые шары. Так, зачем я это сделал? А у нас с вами есть, друзья, почтовый шар? Так. Да, хорошо. Так, у нас есть с вами... Вот. Так, глубоко в бездне можно. А. Давайте сделаем это третьим сохранением. Вот, все. Супер. И теперь меняем обратно на нашу кирку. Все. Кирка. Хера вы бьете, Рик убегает. Давай. Молодец. Так, ты на меня не бычь. Ты давай этому работай. Вот и хорошо. Так, теперь давайте поедим и продолжаем. Что это такие за твари, мне интересно? Демонтирую. Ох, как много там белочек. Там еще два упыря. Рэг, давай. Знаешь, Рэг, давай лучше без лишних приключений. Давай, спасибо, что так телепортировался, но мне не нужны лишние приключения. А нам куда с тобой, Рэк? Рика хреново, проклятие. Так, ну нам сюда и надо.
Да ладно. Hey, Rico, are you ready to go? Of course I'm ready. Oh. Так, погодите, у нас что, рюкзак появился новый? У нас что, друзья, появился новый рюкзак? Так, сломанный почтовый шар. Так, нет, у нас ничего не появилось. Так, Рек, пускай меня. Давай, брат. Слышь, Рек, другалёк, а тебя можно как-то лечить? Так, друзья, давайте мы перекусим, так скажем. У нас есть еще одно блюдо, так скажем. Или давайте будем перекусим, так сказать, этими плодами. Да-да, пойдем. Так, первый слой бездны. А, у нас еще не все. Так, погоди, Рек, что ты хотел? Подняться? В смысле, куда подняться? Ты что, дурик? Так. Hey, Rico, are you ready to go? Перейдите к расположению. Ну, куда перейти? Мне дыхтик не хватает, да? Hey, Rico, are you ready to go? Of course I'm ready. Перейдите к расположению. Подняться, подняться, я ж помру, Рэк. Так, к какому расположению ты мне хочешь перейти? Или я какой-то квест не выполнил? Почтовый шар. Я вот этого до сих пор не могу, друзья, понять, к какому расположению ты хочешь мне... перейти. Так, ладно, я пока что разберусь с этим, друзья, там. Потому что... да. Потому что я ничего не понимаю. Короче, друзья, я посмотрел, мы, короче, с вами не туда пошли. Вот. Нам надо было, сейчас вам покажу. Вот мы пришли отсюда, да? Отсюда мы пришли, в принципе. Вот, и нам надо... Так, давайте сейчас соберем вот это все дело. Вот, и нам... Естественно же, у Рика перевес. Давай, хава яблоко. Нам надо вот сюда. Охренеть. Просто я, друзья, да. Вот, извиняюсь, да. Вот. Вот сюда нам надо было. Что случилось, Рика? Вау, здесь намного ярче, чем на поверхности, да? Удивительно. Ах, вон там. Каменный ковчег, расположенный на глубине 600 метров. Это
Это так высоко над нами. Значит, из-за искажения силового поля мы не можем видеть поверхность, да? Эта граница выглядит ужасно яркой. Это искажение носит свет вниз. Здесь здорово, Рэш. Такими темпами мы сможем добраться до дна подземного мира. Конечно, мы не сможем ослабеть. Конечно, мы не можем ослабеть бдительность, типа. Приятно это слышать. А, да, конечно. Так, почему я по третьему уровню прошел? Вот, и теперь надо было... Так, отвалить от Рега, гниды. Ты тоже отвали. Вот, друзья. То есть мы с вами много пропустили. Так, давай. Рек, хватит. Рек, как обычно. Так, здесь можно устанавливать крюк. После установки крюка вы можете отталкиваться вниз с помощью веревки. Понял? Так, а у меня есть крюк с собой? Так, смотрим на карту. Вот, нам надо следовать листу. Так, каменный ковчег. Так, у нас есть какая-нибудь веревка или что-то такое? Веревка. Так, не надо выбрасывать его, не надо. Так, что у нас есть? Почтовый шар. Делать. Кость, герой. Нет, конечно, не удалить. Я хочу... Так, сортировать. Нет, не ранг. Я знаете, что хочу. Я... С помощью удочки нахуй. Так, хорошо. Ну что, Рэк, куда? Это у нас первый слой. Так, я так подозреваю, мы не спустимся без этого, да? Так, ну-ка, помощь. Крюка. Вам нужно установить крюк после того... Крюк. А где нам этот крюк, собственно говоря, сделать? Или у нас где-то есть какой-то крюк, а? Так, хорошо. Это готовка у нас. Предметы. Кирка, топор.
То есть нам надо аж сюда. Основной квест. Так. Выбить молотком. Ред, может ты мне как-нибудь поможешь, а? Я всю эту мастерию потратим, чтобы узнать и сюдой. Так, давайте наверх. Ой, ёп, белочки. Так, при сильной опасности нажмите левый shift, чтобы присесть, чтобы вас было труднее обнаружить, когда вам нужно подкрасться. Хорошо. Рек. Разберись там, пожалуйста. Так, я, пожалуй, сохранюсь. Вот так вот я сделаю. Да. Так, получаете урон, если будете атакованы первобытными существами, упадете с высоты. Используйте еду или... Так, это мы поняли. Нихера. Так, ну давайте яблоко. А Рега убили, да? Ты застрял у нас. Следование не удалось. Табу! Нет, ну кидать нас сразу в логово, знаете, ну такое себе. Так, можно мне вот это, пожалуйста? Так, ну он забагался, это, друзья, уже очень хорошо, что этот забагался. Давай, Рек, ты почти его ухреначил. О, молодец, Рек, ты просто... Так, хорошо. Так, нам, друзья, в любом случае, так, нам сюда упасть нельзя. Может, что-то есть тут? Не, Рек, ты за мной не иди, я...
занимается раскопками. Так, перейдет, идет. Вот, я думаю, мы просто серию будем бегать туда-сюда, исследовать, как можно больше растянуть эту игру. Вот, так как игра действительно хороша. Так, а давайте, друзья, мы с вами сохранимся. Сюда же будем сохраняться, да. Вот, и попробуем, чего попробуем. Так, крафт. Нам нужен крафт, друзья. Нам нужно, во-первых, сделать... так, создание. Меч. Да ладно. Так, веревка недостаточно. Сломанный почтовый. Это что? У нас теперь есть топор. Топор замахивается быстро, наносит меньший урон. Вот это требует хорошо. Но он все равно нам, друзья, пригодится. Так. Кирка. Рэг, у тебя есть предложение, как нам спустить? Я, наверное, предлагаю спуститься. Куда? Сюда? Вот, нам же, наверное, сюда и надо. Рэг, ты где? Давай. Так, нам нужна, друзья, еще еда. О! Пусти. Так, хорошо, Рика, куда ты залезла? Да, Рек, не бойся. Тем более мы вот, друзья, мы вот почти в цели на третьем уровне, да? Рек, не надо за меня, не бойся. Так, что у нас есть? Я предлагаю скрафтить нам еду. У нас не хватает. Не, у нас на это хватает. Три. Три себе сделаем вот это, вот такого вот ингредиента. Хотя, друзья, чтобы нам, так скажем, поднять немножко хпшку. Вот, 87, пускай будет 87 у нас хп. Так,
Рек, давай. Ох, я там видел птичку Рек. Ой, что-то она мне как не понравилась, эта птичка. Калибри. Так, посмотрим, на что топор наш. Мы с Регом, команда, мы с Регом всех отымели. Так, нам сюда, если что. Верно, я забыл обо всем этом. Что такое? Я только что вспомнил, что нашел в заднем кармане. Это что, конверт? Ну, давай взглянем внутрь. О, это запечатанное письмо матери. Рек, ты это украл? Нет, я посмотрел... я посмотрел внимательнее страницы, которые мы видели изодраны. Значит, это, вероятно, просто копия, верно? Ты прав. Но почему? Мне не было возможности рассказать об этом, но до того, как мы покинули приют. Рек, ты куда? В ванную. Мне показалось таверную. Вот. Что ты делаешь посреди ночи, сам лидер? Я в патруле, дурак. Я делаю это каждую ночь, когда вы все спите. Кстати говоря, есть идея, где Рика? Кажется, она не в своей комнате. Рика... пошла посрать. В туалет, вообще-то, посреди ночи. У нее понос. Но снова копалась в поисках еды. Боже, эта девушка безнадежна. Ты что же идешь в ванную, да? Останься с ней. Убедись, что все в порядке. Так точно. Вот что случилось. Почему? В то время я думал, что действительно одурачил ее, но потом нашел эту штуку в заднем кармане. Я думаю, что он единственный, кто мог бы это сделать. Лидер, интересно, подбадривает ли он нас? Я думаю, что это может быть, но кажется неправильно. Одна страница отличается размером от остальных. Так, ну, друзья. Так, продолжаем. Нам, кстати, надо будет уже скоро заканчивать. Что случилось, Рик? Я уйду на рассвете, чтобы схватить ее. Вау, это лидер написал? За нами уже идут преследователи. Преследователи? Да, нет никаких сомнений в том. В таком случае у нас проблемы. Большие проблемы. Пишите, нам пора. Рекс, иди спрячь следы костра. Я прослежу, чтобы мы ничего не оставили. Я в деле. Вы готовы? Конечно. Кроме того, если мы доберемся до второго уровня, никто за нами не придет. По крайней мере, так сказал Шиги. Но зачем лидер вообще предупреждал? Должно быть, он проверял нас. Вы что-то знаете? Дело в том, что если нас сейчас поймают, тогда мы не созданы для того, чтобы добраться до дна подземного мира. Понятно. Поехали, наша цель. Второй уровень. Так.
Так, друзья, я предлагаю продолжить следующей серии. Вот. Сейчас давайте сохранимся. Вот, конечно, мы половину угробили на то, чтобы... Так. Вот, конечно, мы половину угробили на то, чтобы разобраться, что... что за дела. Вот, но... Тоже мы разобрались во всем. Поэтому на этом, друзья, все. Всем огромное за внимание. Всем удачи и всем пока. До новых встреч.